Всем привет, с вами Crypto Today. Всем еще раз привет. Сегодня хотел поговорить о Bubbleton. Что это вообще такое? Что из себя представляет, как бы, и, собственно, перспективы какие. Ну, начнем для начала то, что это блокчейн-платформа для телекома, проект с минимальным функционалом запущен уже, то бишь их задача, в принципе, отказаться от роуминга. Это довольно интересный проект, и команда открытая и очень сильная. ICO, кстати, у них заканчивается 15 июня. Собственно, Bubbleton решает проблему с роумингом. Так же, как я сказал, у них есть уже бета-версия, которая в целом почти готова, и можно уже даже ее опробовать. Какая их, собственно, задача? Это marketplace, где встречаются операторы телекоммуникации и потребители. Идея проекта – решить проблему людей, которые пользуются роумингом. Ведь встречается частая проблема у людей, которые путешествуют, им нужна местная сим-карта для мобильного тарифа. Это вам надо искать выгодный тариф, вы находитесь в городе, который в принципе вообще не знаете, или занимаетесь просто постоянным поиском Wi-Fi, что, конечно, выбешивает. На их площадке, в принципе, размещены все операторы любой страны, и все это проходит через смарт-контракт. Вам не надо менять даже мобильный номер. На вашей сим-карте у вас меняется просто оператор. Здесь не нужен роуминг. Все решается благодаря блокчейну. Команда уже 20 лет в телекоммуникациях, как бы, и им, разумеется, понятна эта отрасль и знают, что они делают. Конечно, команда у них очень сильная и готовый мессенджер, что не может, конечно, не радовать. Это не проект, который собирается что-либо реализовать, а у них уже реализован продукт. Блокчейн им нужен для KFC и быстрых платежей среди операторов. Все автоматизировано и быстро. Их система помогает даже мелким операторам, в принципе, развиваться. Их программа помогает сразу искать спрос и предложение. Блокчейн позволит, конечно, радикально поменять правила игры. Они просто показывают, что роуминг уже не актуален. Ну, собственно, один эфириум – это 4000 их токенов, минимальный порог входа 0,1 эфириум, а максимальная сумма для инвестирования 15 миллионов долларов. То бишь, суммарно им надо вообще 15 миллионов долларов. У них нету soft cap, потому что продукт уже, в принципе, рабочий. Можно инвестировать эфириум, BTC, Visa и MasterCard. Собственно, ICO рейтинги им поставили положительные, высокие оценки. Вот ICO рейтинг смотрит позитивно, трек ICO 5.0, ICO Bench 4.5, Wiser ICO 5.0, что, конечно, не может не радовать. Собственно, блокчейн-платформа Bubbleton для телекоммуникаций предназначена для свыше 1000 миллионов мобильных операторов по всему миру. 1,2 миллиарда путешественников в год и поставщиков услуг 10 тысяч, свыше 10 тысяч. Как это, собственно, работает? Вы просто качаете ихнюю бета-версию на телефон, проходите, как я сказал, выше KFC, то бишь верификацию, то, что вы являетесь гражданином той или иной страны, как бы, и можете оплату делать как в криптовалюте, так и в фиатных деньгах. Собственно. Вот их уже приложение. Оно готово для Google Play, либо App Store, как бы проблем нету. Вот кто мы. 20 лет опыта работы в отрасли телекоммуникаций. И это не просто слова, а действительно. У них сильная команда блокчейн-разработчиков и телекоммуникаций. Ну и, конечно, советники у них, в советниках у них находятся именитые довольно люди. Обзоры о них писали тоже немаловажные.
Такие информационные блоги. И пресса вообще. Форклог, Entrepreneur, Bitcoin, East, Forbes, News BTC, Hackett, SEO Alert и многие другие. Собственно, как их токены будут распределены? 50% идет сразу на публичную продажу, 22% на фонд развития, 20% основателям, 7,8% фонда команды и развития сообщества и поощрительные выплаты 0,2%. Собственно, у них было три этапа, и сейчас вот проходит ICO. ICO до 15 июня. Вот, собственно, ихняя команда. Извиняюсь, их команда. Ну, людей у них здесь очень много. Перечислять по каждому это займет очень много времени, но я таких основных выделю. Это Юрий Морозов, основатель и генеральный директор, сооснователь четырех действующих телекоммуникационных компаний. Олег Правдин, технический директор и визионер в области телекоммуникационных технологий, основатель трех стартапов в США, Китае и России. Сергей Иванов, директор виртуального мобильного оператора Allo Incognito. Также Федор Рожнов, директор по развитию разработчиков со стратегическим видением в области телекоммуникаций. Сергей Севастьян, эксперт в области блокчейна, публичный представитель. Команда разработчиков, но разработчиков я здесь не буду цеплять, их огромное количество просто, и как бы по каждому пробежаться это будет, ну, займет довольно много времени. Я, конечно же, внизу ссылку оставлю на сайт, и там можете уже более подробно по всей информации пройтись. Ну и, конечно же, адвайзеры, то бишь советники. Советники у них очень мощные. Допустим, Киттир – успешный серийный технологический предприниматель. Исполнительный председатель таких проектов, как Accelerated Digital Ventures, соучредитель портала TechCrunch и основатель EasyNet, первого в Европе потребительского интернет-провайдера. Доктор Норман Льюис, телеком-эксперт, вел инновационную программу в ПВК, работал директором по технологиям в телекоммуникационных компаниях Orange United Kingdom. Директор, основатель Future Diagnosis, член исполнительного совета программы Communication Futures в Массачусетском технологическом институте. Андерс Ларсон, 20 лет работал в Ericsson Group, развивая технологии от 2 до 5G и отрасль ее в 10 странах. Занимал позицию стоя вице-президента по направлению широкополосного мобильного интернета в странах Юго-Восточной Азии и Океании, соучредитель Alcoin Wiki. Входит в пятерку самых известных мировых адвайзеров в блокчейне. Самсон Ли, основатель и гендиректор CoinStreet, исполнительный председатель Китайской ассоциации Техфин, соучредитель блокчейн-центра в Гонконге, соучредитель сообщества Эфириума, Эфириум Южного Китая и Южной Азии, главный советник Гибралтарской блокчейн-биржи по криптоэкономике, Advisor Universe, азиатский президент Next TV Inc. и председатель STM Digital Group. Хуаким Холмер, телеком, эксперт с опытом работы в компаниях AT&T и Ericsson Group. В течение 15 лет занимал руководящие позиции в области технологий в различных странах, занимался продажей программных решений, участвовал в развитии стартапов, в мобильных приложениях, а также разрабатывал решения для Red Hat, SAP и Cisco, соучредитель Alcoin Wiki. Джон Мун, сооснователь LinkerCoin. Джон получил степень магистра по финансовой экономике в Калифорнийском университете в Беркли, а затем стал маркетмейкером, специалистом по высокочасточной торговле и генеральный директор Warren Investment and Securities, один из ведущих инвестиционных организаций Южной Кореи. Благодаря своему финансовому и инженерному опыту Джон успешно работал в отрасли блокчейн и является экспертом по разработке смарт-контрактов.
Также Гибриэл Занко, предприниматель и советник в области финтеха, основатель Mobile Life, занимался решением для бизнеса на стыке Alim Финтеха, SEO Advisor с специализацией в сборе средств и международном развитии бизнеса. Также профессор Джон Сонг Донг, директор Института интегрированных интеллектуальных систем Университета Гриффита, Австралия. Джилберт, основатель Horizon Communication, инновационного оператора беспроводной связи. Более 18 лет занимался проектами в области IT и телекоммуникаций. Руководил несколькими проектами для компаний из списка Fortune 500, таких как Microsoft, Energizer и Siemens. Ну, собственно, по основным таким прошел людям. Ну, на самом деле, Владимир Сиротинский тоже, конечно, немаловажная фигура. Это управляющий директор LinguaLeo, ведущий сервис изучения английского языка в интернете, серийный предприниматель и бизнес-консультант. Ну, и, собственно, ихняя дорожная карта. Два квартала уже, конечно, прошло. И готова начальная версия смарт-контракта. То бишь, в их мобильную бета-версию уже добавили смарт-контракты. Второй квартал — это веб-апи для интеграции мобильных операторов и сервис-провайдеров. Это уже запуск коммерческой эксплуатации с предложением более десятки операторов на блокчейне. Низкие цены на услуги связи в более чем 80 странах. То бишь, у них уже активно идет развитие и в более чем 80 странах, что, конечно, не может не радовать. Ну, третий квартал у них согласование глобального мобильного профиля Международным союзом электросвязи. Это обновление мини-нод для участия в работе смарт-контрактов. Новый функционал в приложении Bubbleton. Это будет основано на блокчейн-платформе для проведения голосований, видеоконференции в разрешении 4К, денежные переводы в криптовалютах и фиатных деньгах. То бишь вы сможете оплачивать как криптовалюты, так и Visa и MasterCard. Четвертый квартал 2018-го это они собираются сделать первый миллион транзакций. Ну и в 2019-м собираются уже сделать 10 миллионов транзакций. И подписание соглашения с операторами по всему миру они собираются делать для активации глобального мобильного профиля. Их партнеры тоже, конечно, немаловажные фигуры такие. Вот ICO Box, кстати, у них более 50 ICO делали обзоры, и ни одного скама еще не было. И также они являются ихними партнерами. Bubbleton, собственно, конференция прошедшая уже. Здесь огромное количество, и они не на одной, не на двух были, а на действительно огромном количестве конференций по блокчейну и телекоммуникациях. Как мы можем видеть, огромнейший список. И каждый месяц как бы по несколько проходит таких вот конференций. Ну, здесь, собственно, частые вопросы, с которыми вы можете ознакомиться лично. Достаточно зайти просто в описании под видео будет ссылка, и сами уже, конечно же, ознакомитесь. Ну, собственно, на этом все. С вами был Crypto Today. До скорой встречи. Увидимся.